Всем привет, дорогие друзья. Очередной день пятого тура Rankings Major 3. Это, получается, матчи со статистикой 2-2 кланы. Играет Лаванда против РТБ. Комментировать буду я, Соника Фаня, моя напарница Мисс Хаус, а за картинку отвечает Вайпаут. Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Итак, по картам у нас будет играться первая Red Alert, вторая Иран. Ну и давай, наверное, представим команды. Как раз-таки они тут все очень хорошо собрались. Можно даже сетапы представить. Итак, кот в шлеме, викинга Мола. Дальше у нас идет его, это паладин. А вот пушку я не вижу, что тут у нас кот в шлеме закрыл. По-моему, там паладина рикошет. Но в любом случае, сейчас попозже рассмотрю поближе. Дальше у нас идет зайчик, бедняжку. Он будет у нас на рельсе с Крусейдером. Кикозна у нас играет на Арасаграме. И Сластенок выбрал Страйкер как раз-таки в сочетании с Хантером. А по поводу сетапа, там я видела, что в другой команде классический сетап уже идет, ой, не Хантера, а Крусейдера Скорпион. Так, ну что ж, я представила команду Лаванда. Твоя очередь. Ага, ну там вот агрессия на викинга молоте, как ты правильно сказал, Санс в танке, это Крусейдер Скорпион, Шевчук на Хантере Рели, а Блейз на Ресса Громе, пиковая дама на Паладина Рикошет. Уже получила люлей на каналах от Сластенка и Эва. Ну и вообще, пока Лаванда очень хорошо продавила своих противников, там есть заход от кота в шлеме, стелов и кикозна, скачечки давит своих оппонентов, еще Сластенок и Зайчик, в общем, прижали синюю команду к штоку, ну и испытывают они явные проблемы пока. Ну, я бы не сказала, что проблема на самом деле. Там зарешал Викинг как раз-таки в роли агрессии, который у нас кота в шлеме-то вынес. Просто респанулся удачно на вот этой горе. Я не знаю, как правильно ее назвать. Вот, ну и вот эта зажатость уже куда-то ушла. На данный момент я вижу, что да, Лаванда, кстати, у нас играет за сильную сторону. И, возможно, даже первый флаг мы увидим от нее. Но мы не будем гадать, потому что это дело такое не очень хорошее. Мы будем как раз-таки оценивать все это действие. Так, на центре падает овердрайв, кот в шлеме забирает. И есть у нас подхват как раз со стороны Лаванды. Ева пытается увести, но нет, прожатие от Шевчука очень хорошее, Хантер овердрайва. Одна рельса, и все, и флаг возвращен на место. Пиковая дама будет пыталась сейчас заходить, но кот в шлеме подкараулил ее в лесу и не дал проехать. А зайчик, бедняжка, занял остров, как ты говоришь, вверх синей команды и прессует там своих противников. Вообще, сейчас Эва, судя по всему, будет увозить, потому что заходит на пустую базу, зайчик-бедняжка там выдает сосулю в тылах, убивает двоих, ну и кот в шлеме уже просто вжимается в агрессию, показал он свою агрессию данному игроку. А Санс в танке и выйдет Оверхантер, а Сластенка хорошую сосулю выдает. Если это будет возврат, это будет просто невероятно. Ну, а Блейзу надо кидать шарик. Или не надо? Не надо кидать, ладно, там респ Эва хороший, и в итоге будет 1-0, и Шевчук этому не помешает. Да, ты прав. Ну, во-первых, Шепчук на перехват один-единственный пошел. Ну, точнее, он остался как раз-таки выживших один-единственный. Там оставалось ему накинуть достаточно от некоторых тиммейтов, да, как раз-таки не тиммейтов, а соперников со стороны Лаванды, и что, собственно, и произошло. Поэтому Лаванда открывает у нас счет 1-0. Ну и мы ждем второй заход как раз-таки с их стороны на центре. Ну, на мосту падает овердрайв, агрессия. Сейчас будет пробовать забирать. Там Кикозна выдает шарик. Ну и в планах, конечно, забрать. Забирает, да, все-таки удачно забирает. Но там на тоненького было, потому что агрессия очень был близок к тому, чтобы урвать коробочку из-под носа своего соперника. Зайчик, бедняжка, снова занял тылы своих противников. Там с вертухи выдает рели красивые по своему оппоненту на Санс в танке, такому же Курсейду, разбирает его при этом. А с другой стороны, атака от красной команды под шарик Эва прожался и увозит. Очень легко и просто. Уже второй флаг будут ставить ребята. Но надо не забывать, что сторона сложнее у ребят из РТБ, поэтому может быть за противоположную сторону они покажут более хороший результат, потому что пока ни одной атаки они не сделали.
Да, но, кстати, эту карту мы можем судить как раз-таки по вчерашнему матчу, который мы, по-моему, ну, мы с тобой же комментировали как раз. Да. У нас Red Alert тоже был, и там как раз-таки наглядно было показано, насколько сильна красная сторона и насколько слабее как раз-таки синяя сторона. Да, на самом деле стороны решают очень огромную роль. Во-первых, удобные заходы, легкие увозы. Но опять же, мы также знаем, что и команда также влияет на увоз. Куршлеми сейчас будет пробовать дергать на центр. Там область у нас на одну тычку остается, что, собственно, и получает, уходит на респаун отдыхать. Куршлеми аккуратненько так везет. Пиковая дама почему-то не прожимается пока, но, в принципе, понятно, почему. Достается, ну, понятно, там уже чуть ли не на минус улетела. И все-таки доставку сделают. Но опасный момент был, но уже нет. Все, уже нормально. Ну, пиковой даме надо было прижимать его РП-1 все-таки в любом случае, но не захотела агрессия, благо прожался и забрал овер на центре, хотя был близок к тому, чтобы не забрать его в случае какого-то крит-попадания. Но опять же, я хочу атаку от РТБ увидеть. У них имеется паладин овер викинга, можно как-то это реализовать так-то. Ну, хоть как-то. А то Эва сейчас будет очередной флаг увозить, правда, без аптеки, но при этом едет-то он уверенно на качку, только один молот пока получает ракеты, достигает свою цель. Ну и Сластенок, там, зайчик-бедняжка, кот в шлеме, едет на подхват. Сластенок уже прожал овердрайв и что-то тормознул, между прочим. Флаг надо подбирать, остается на очень мало хп. Пиковая дама выносит его, ну, это, скорее всего, да, это возврат. И, кстати, агрессия-то у нас прожал овердрайв викинга. Сейчас будет пробовать заходить, но почему-то смотрит он. А, вот оно что, там зайчик-бедняжка. Но на самом деле ребятам не хватает какой-то уверенности, что ли. То есть они вроде едут на базу своих соперников, но в определенный момент как-то вот не получается у них, не доезжают. А если доезжают, то вовремя не юзают овердрайва. Но посмотрим, что у нас будет вообще на втором раунде. Пока что у нас Лаванда везет со счетом 0-3. Уверенности надо больше вот в атакующих редутах и Аблейзу, и пиковой даме, и агрессии, потому что вот Сансу в танке его все устраивает. Он играет, и меня все устраивает в нем. Он играет неплохо, и почему-то мне во второй день подряд нравятся Крусейдеры. Не знаю, Эва тут пока увозит под мою речь. Вряд ли ему что-то помешает. Хотя вот шариком попадает пиковая дама, да. И сосулю еще может Санс в танке дать. Какую-то жесткую прямо попадает ею. Но, к сожалению, он-то один, а вот противников много. И Релю Шевчуку дает, снова пиковая дама респится. Ну, это пора обижаться уже, пиковая дама. Возврат все-таки есть, но прожатия нет. Его зато Эва прожался и сразу умер. Пиковая дама смотрит, наверное, на него и думает, вот то не буду жаться, меня сразу убивают этих паладинов. Возможно, просто первый раунд для них как разогревочка. То есть, ну, хотя я, если честно, я уже начинаю сомневаться, что первый раунд вообще для кого-либо разогревающий. Ведь команда по факту тренируется, ТКВ-ши, то есть они к турниру готовятся. Но вот да, в данном раунде как раз-таки мы видим, что РТБ не справляется со своими противниками. Тут прожатие, конечно, от кота в шлеме, еще и шарик от Кикозна на подхват. Кот в шлеме будет дергать флаг, там Шевчук не успевает он вжать-то, он успеть-то успел, но его немножечко осадили, сказали, не-не-не, брат, давай не сегодня, и кот в шлеме почти довез, правда, его убили, Сластенок будет подбирать, не будет подбирать, и тут есть большая вероятность, что Санс в танке все-таки сделает возврат, и все верно, возврат он сделал. Но в любом случае, 2 минуты РТБ, судя по их игре и, опять же, расположение как раз-таки сторон на карте Red Alert, ну, не увезут они. Сейчас я... Так, ты обратил внимание, да, что Аблейз выпустил шарик в никуда, забрав как раз-таки по центру. Хотя мог бы шарик выпустить как раз-таки на базу своих соперников, но в любом случае оверку он забрал. По-моему, это вторая... Нет, даже первая. По-моему, это первый овердрайв, как раз-таки, который законтролировали РТБ. Не, кстати, там где-то 50, ну не, 75 на 35, до На 25 получается, 25. да, в пользу Лаванды по контролю овера. Но вот
Это первый шарик Аблейза, который он выпустил за раунд. Вот что я хотел сказать. А до этого нет. При том, что Санс в танке, например, сейчас будет кидать уже сосули четвертую. Правда, в этот раз она команду РТБ не спасет. Но вот где решительность, в конце концов? Что бояться? Пиковая дама должна одеть каблуки и пойти, значит, растоптать своих противников. О, прожалась. Даже сосули в нее не попали. Ну, в минусе. И легла отдохнуть. Ты знаешь, я думаю, нас Мо слушает трансляцию фоном, услышала про твои каблуки, думает, а, ладно, ну и вот просто вот, ну, к черту, да. Начинает прожиматься, и тут, конечно, немножечко каблук-то подвел, повернулась. Получается. Точнее, упала. Так, ну что ж, еще один овердрайв, Кодшлеми пытается законтролировать, а Блейз там, ну, Кодшлеми на одну тычку остается, Кикозна не успеет, нет, не успевает, а Блейз выпускает шарик, хотя бы уже более-менее нормально, и забирает, опять же, овердрайв с центра. Ну и там попытка была у Воза флага, но Лаванде не повезло в этот раз. Но это на самом деле ничего не решает, потому что первый раунд у нас заканчивается со счетом 0-4 в пользу Лаванды. Ну и мы ждем второй раунд уже. Надеюсь, как раз-таки за сильную сторону будут играть РТБшки. Ну и они раскроют свой потенциал, они покажут себя. Посмотрим. Я только сейчас заметил, что в команде Иерусалим 5 человек только. Как так получилось? Интересно. В команде... А, ну это тех, кого я хотел транслировать, но мне сказали, что, скорее всего, у них не будет состава, но они там начеркали суперстарами, но ничего страшного. Так что быть. Сегодня, кстати, мы узнаем матчи шестого раунда, не, либо завтра, либо послезавтра, согласно нашим судьям, шестого раунда этого ранкинга. Ну и команда борется вообще за РМР очки, чтобы попробовать попасть в топ-8. Крайне важно, я думаю, для ребят, особенно для коллектива Dominance, который будет играть на 21.00 против Flash. Они-то 100% хотят победить. Ну, наверное, в топ-8 они не попадут. Но все равно будут бороться. Нет, ну а вдруг? Мало ли. Так, да. Ну что, Санс в танке у нас забирает овердрайв. Довольно пустренько, аккуратно. Санс в танке мне очень нравится, а вот... Тебе никого... нравятся все Крусейдеры, и вчера тоже тебе... Они кидают оверы. Вот, но они хотя бы кидают оверы. Мне бы, может, нравилась и пиковая дама, если бы она жарила оверы паладин. Или, может быть, Аблейз, который не кинул ни одного шарика за раунд. Она сделала шикарнейший овердрайв паладина. Кульбит на красной базе, это правда. Когда ты сказал мне, дедь каблуки. Она уже показала себя очень хорошо, так что не приставай, девочки. Ладно. Ну, я к Аблейзу буду приставать, который не кинул ни одного шарика за раунд. Нет, почему? Два шарика он выпустил. Один, правда, ушел в молоко, хотя мог бы он направить как раз-таки на базу противников. А второй уже зарешал, чтобы у него не забрали овердрайв. Так что два овера все-таки было. Так, ну команда у нас делитуется. И, кстати, у нас очень скоро уже будет выпадение второго овердрайва за этот раунд. Ну и второй раунд, я прям говорю, он открыт. Игра началась. Ну что ж, ждем от РДП каких-то заходов, да, все-таки они должны себя в этом раунде уже показать, и посмотрим, справится ли Лаванда на этот раз, потому что в предыдущем раунде они в 0-4, их тушанули немножко. Так, на центре падает овердрайв. А, и у нас, кстати, В-12 у нас выходит на карту. Вместо кого? Вместо Кикозны. И Санс в танке, к сожалению, оверку прожал никуда. Упал в минус и решил там и остаться. Сластенок присоединился. В общем, происходит лежание морских котиков на солнышке, на каналах. Но все-таки Санс в танке вовремя заметил, что он в минусе и не прожал делит. Вот. А вообще сосуля по задумке была очень хорошая, если бы не труп его тиммейта, который ехал пытался часто собрать. Часто мешают, согласна. Особенно как? Так же мы вчера это видели. Кот в шлеме, жесткое прожатие. На Шевчука пошел, а Блейз на нитре. Разера косплеит. Помню я его игру против Red Notice, навсегда запомнил этого Ареса.
Кот в шлеме увозят на центр. И, судя по всему, доставочка, хотя Блейз сопротивляется как никогда. Один гром еще выдаст? Нет, к сожалению, это 1-0. Да, и, кстати, доставочка-то произошла на нулях. Там, с другой стороны, был, конечно, перехват, но, учитывая, что на агрессию также напали, просто там, по-моему, В12 разносил данного игрока, то в любом случае доставочка произошла. Но смотри, даже за слабую сторону Лаванда довольно неплохо сделала атаку, да, то есть... Хорошо, понятно, с одним овердрайвом от Викинга смог увести игрок у нас флаг и сделать себе плюс один в копилочку. Сейчас есть повторение, возможно, даже данного увоза, но нет, Санс в танке очень вовремя респанулся, и пока что флаг остается на месте. Пиковая дама возвращает флаг, и все, пока что на этом. Мне нравится зайчик-бедняжку, как занимает позицию, сейчас он также рискует своей жизнью и будет пробовать увозить флаг. Там есть хороший такой шарик со стороны В12. У вас на центр под мост. Остается на половину хп. В12 прикрывает. Уже аптечку прожрал у нас зайчик. Ну и... Да, это попахивает второй доставкой. Шевчук не успеет. И уже вторая доставочка у нас со стороны Лаванды готова. И снова под шарик В12 Ев у нас увозит. На овердрайве паладинчика, слушай, ну, РТБ... Да, простят меня РТБ, но они кажутся очень слабыми во втором раунде тоже. Ну, с твоих уст это даже обидно не звучит, так что нормально. Они тебе простят уж точно. Нет, я не хочу никого обидеть, просто на самом деле, учитывая, какие тактики у нас... Ну, у нас по факту особых тактик нет, да? То есть Лаванда у нас заходит в двояка, аккуратно пользуясь овердрайвами. Сейчас есть от Шевчука прожатие, тратит аптечку, дергает флаг на центр, но не додернул. Сластенок там, сластенок ему всю картину просто испортил. Вот смотри, вот эти вот атаки, да? Вот сейчас мы видели как раз-таки атаку от РТБ. Зашел один Шевчук. Один в одиночку. Никто ему не помог. Опять пиковая дама, несмотря на то, что она зареспаунилась, она ходит с овердрайвом. Аблейз не кинул шарик в подмогу. Тоже что-то непонятное. Ева сейчас со стороны Лаванды пытается увести. Там Шевчук на перехвате, агрессия. Ева остается на нулях, но тут, конечно, воздух не произойдет. Ну вот что ты думаешь? Есть ли вообще хорошие атаки со стороны РТБ? Но не вижу я вот их, к сожалению. Ну, их нету, да. Последняя атака была, когда... Пиковая дама легла отдохнуть. А вообще, ну, действительно, их нет. Я не знаю, почему Блэйс не кинул шарик под Шевчука. Тем более он занимает позицию Разера. А балкон Разера, может, буду его теперь так называть. И мог бы увидеть Шевчука, заходящего в атаку, но при этом вот он второй раунд уже подряд не кидает шарик, понимаешь? Я не понимаю, почему. Ну, можно просто один раз нажать, у тебя больше не будет оверов, и я не буду к вам приставать. А он, они не кидают. Вот я к Сансу в танке, наверное, поэтому не пристаю, потому что он постоянно жмет оверы. Подглядываю за чатом один глазом со второго монитора. Есть у нас там одно сообщение, которое, к сожалению, другие не видят, а может, и даже к счастью. Намек на то, что Лаванда сольет на Иране. Вот у нас тут один участник нашей трансляции пишет. Вот как ты думаешь... Сможет ли Лаванда на Иране слить? Нет, я не думаю. Ну, просто Лаванда сильнее уровнем, чем РТБ. Меня вот Влад напугал. У нас должна была быть трансляция Иерусалим, все-таки, а не этого матча. Ну что, шарик! Полетел, родной! И убил Эва. Ну, вот все, видишь, а теперь можно не приставать к Блэйзу, а там еще кот в шлеме прожатый есть в лесу. Тоже, наверное, пытался зайти в атаку. Но опоздал на шарик. Пиковая дама прожалась. Пошли оверы, расчехлили. И походу... Сосуля, нет! Помоги, труп! Помогает, отлично. Только надо увести, как-нибудь протиснуться. Лагай, лагай в него, входи! Не получилось. Да, ну, к сожалению. Слушай, ну это уже прогресс, смотри, довольно неплохой сейчас был заход. Мне кажется, все-таки РТБ кто-то да, нашу трансляцию смотрит, хотя бы фоном слушает, да, как раз-таки прислушивается к тому, что мы говорим, и уже довольно было неплохо. Возможно, кстати, пиковая дама-то и ждала этого захода, пока команда не прозвучит в наушниках, типа, надо, надо, пора, уже овердрайвы готовы. А Блэйс, наверное, говорит, я выкинул шарик, атакуйте, пацаны. Шарика нет. Вперед!
Ну, вот Это сейчас, может кстати, быть. В12 тоже пытался кинуть шарик, но у него не получается. Вообще шарик по задумке был хорош, тут еще Шевчук тоже расчехлил. Но это, наверное, в знак солидарности, мол, у всех овера нет, так пусть у меня не будет. А еще, кстати, Санс в танке мог бы кинуться с куда-то, и пиковая дама снова на острие атаки, но кот в шлеме такой нехороший преградил ей путь. Ну, бывает. Бывает, тут уже ничего не скажешь. 3,5 минуты до конца второго раунда. Пока что Наслована продолжает вести. Напомню, что она играет за более слабую сторону, чем команда РТБ. Сейчас кот в шлеме заходит. Есть оверка, но пока не прожимается. Может быть. Хотя нет, вот, прожать овердрайва. Одного выносит. Там еще пиковую даму выносит. И по красоте просто увозит этот флаг на флагшток к себе. Правда, он не на месте, но уже все. Это еще одна доставочка. Это уже 4-0 в пользу Лаванды. Теперь интересно, мне прям даже очень любопытно посмотреть на Иран. Там может быть счет больше, так как карты меньше, и флагов могут привести у нас поболее ребята из Лаванды. Но вообще, РТБ тогда уж надо воспользоваться шансом и потом разобрать свои ошибки, где они делают что не так. А я, кстати, еще поймался на мысли в этом турнире, что я не хочу ставить на трансляцию команды из коалиции Райканина. Но так выходит, что их настолько много, а кланы не с конфы Рая, они почему-то либо закрываются по ходу турнира, либо получают ТП. Ну, точнее, либо у кого-то слишком много отстранений, и они уже не могут играть, как Иерусалим, например. И это тоже печально. Мне там сказали, что хорошо, что мы этот матч показываем, значит, я не так уж и расстроен. А кот в шлеме в этот момент увозит. Просто РТБ уже 3 раза транслировались, если не 4. Хотя, казалось бы, можно было бы показать кого-то посильнее. Но вот молодой клан, который, кстати, собрался только к этому турниру, а вот столько трансляций уже имеет. Бедный Лобановский где-то грустит в углу. Нет, Лобановский не грустит, поверь мне. Думаешь? У Лобановского все в порядке. Так, ну что ж, уже 5-0. Лаванда тащит. Ну, я бы не сказала, что это прям насыщенный такой матч, да, то есть нет таких экшен-моментов эпических, на которые можно было бы акцентировать свое внимание. Ну, просто Лаванда вот так вот хорошо отыгрывает ретали, словно они, ты знаешь, прям вот хорошо прям натренили эту карту. Так, но, к сожалению, у нас кот в шлеме теряет флаг, тут Аблейз пытается вернуть, нет, не пытается сосуля. Я прям слышу твое вот это вот, прям ай-яй-яй, Аблейз, Аблейз, да? Но опять же, нету этих овердрайвов. Шевчук заюзал оверку, остался на 1000 аптечка и все-таки успевает отжать овердрайв у своих соперников. Но поможет ли? Уже нет, 40 секунд до конца раунда. 6-0 Лаванда ведет и... 2 раунда подряд на карте Red Alert Лаванда просто тушит своих соперников. Бросай шарик! Эва прожался! Аблейз! Прям в прыжке в него! А не нет бросит, аптечки! Сейчас, давай! Да, кидай! Ну кинь! Ну время! Нет. Ну вот, я тебе... Просто забей! Там уже бесполезно. Интересно, успеет ли Ева довести... Флаг 10 секунд, но я думаю, успеет, да. А сейчас? Тут уже чисто по прямой траектории. 7-0. Сейчас еще... Ну, кот в шлеме уже, да, уже не успеет. Ну, что... Даже не знаю, что сказать. Переходим на карту Иран, тут без слез не взглянешь просто. К сожалению. Но, может быть, на Иране РТБ сейчас хорошо себя проявит. Я, по крайней мере, надеюсь увидеть хорошие атаки уже на этой карте. Посмотрим. Да, так он Аблейз ушел с шариком. Дам спать на следующую карту, наверное. Да, вообще, это кланы со статистикой 2-2. Не 1-3. Ну, РТБ на своем пути проиграли 2 игры, Френзи и Ньюстаром. Вот, Ньюстары там уже на 3-2 ждут своих противников. У них игра уже сыграна против Иду. А выиграли Старбиров на плато 1-0. И потом прошли Бостон по ТП. Вот так вот там получилось. И я подозреваю, что
Конечно, то, что Бостон не пришли на игру, во многом залог того, что РТБ сейчас на статистике 2-2. Но не важно. Ну да. Так, у нас есть ссылочка, если что. Отлично. Угу. Я прям увидела карту, там уже вся лаванда в сборе просто по максималке забита. У них команда на карте. Ну да, на трансляцию-то выбор пал, потому что вот я уже объяснял, что Иерусалим Суперстар, у Иерусалим нету игроков, Darkhold Karma там уже ТП, Darkhold выиграли, и Boston Hot Eyes там тоже пока еще не ТП, но там ТП, да, Hot Eyes тоже выиграли. А, нет, кстати, может, еще не выиграли, то матч вообще на 9. Ну и, в общем, только вот один матч у нас играется на 8, по большому счету. Вот этот. Так что ничего не пойдет. Ну, к концу, там правильно кто-то писал, если честно, к концу турнира все меньше и меньше прям интересных матчей. Но, с другой стороны, там вообще-то еще на статистике 3-2 имеются такие кланы, как The Dreamers, Voltage, Frenzy, Кулды, Диваны, Рок-н-ролл, Лаванда, я думаю, туда пройдет. И там мы еще увидим очень такие неплохие зарубы. Я вот прям не сомневаюсь в этом. Я бы посмотрел на матч, например, Фрэнзи против кого-то. Против Дивана. Но такого не будет. По коэффициенту. Ладно, ждем команду Перегол. Ждем. Пока что... Да, у нас РТБ. Что-то прям не приходит. Так, а мы написали плюсик, да? А нам ничего не спрашивали. Не спрашивали, но я на всякий ну, случай. Мы напишем на всякий случай. Да, мы напишем. Да. Давай все заплюсуем просто. Мы молодцы. Да, добавим краски в этот турнир. Так, о чем можно еще поговорить? О том, что у нас скоро майские праздники, все уедут на шашлыки. Например. Ну, а кто уедет на шашлыки и не будет наслаждаться у нас майскими праздниками в игре? А ты ездишь на шашлыки хоть раз на майские праздники? Блин, это очень хороший вопрос. Я последний раз была на шашлыках, наверное, 3 года назад. Как раз-таки на майские праздники. Ну, это приблизительно. Да, так-то на шашлыках была, но на майские, наверное, 3 года назад еще, когда в Москве была. Довольно неплохое, кстати, место мы выбрали. Природа там, Подмосковье, все вообще было шикарно. Вот, потому что я только в детстве, когда мне было, я еще с бабушкой, с дедушкой жил, ездил с ними на дачу, на майские праздники, потому что они говорили, что там надо это. Убираться туда-сюда, траву рвать, да, убирать всякое такое. И там заодно шашлыки мы ели, а что-то как повзрослее стал, уже и перестал куда-то ездить на майские праздники. Мне почему-то вот любые праздники, мне всегда хочется посидеть дома и ничего не делать, потому что так надоедает работа, просто капец. Мне просто хочется отдохнуть и никуда не идти. Ну, я так понимаю, ты разбудил аппетит в нашем чате, потому что уже пошли сообщения, что-то шашлычка захотелось. Да. Кстати, я тоже захотела кушать, поэтому спасибо тебе огромное. Я салатик Цезарь навернул и карбонару перед трансляцией, поэтому я вообще доволен. И мне кушать не хочется. Так, а мы ждем... РТБ. Да не техпауза. У нас РТБ не могут понять, как им зайти на эту карту. Да. Пока что не все в сборе. Да, сталкер. Наверное, это уже старость называется. Возможно. Где я не такой уж и старый? Не, просто Ваня думает, что если он поедет на майские праздники куда-то на шашлыки, на дачу или даже просто на природу, его заставят там убираться и рвать траву. Да, по-любому. Мангал ставит. Еще что-то делать. Ужас. Ужас. Хотя была бы компания хорошая. Может быть. Ну, в хорошей компании
Это да. Даже не замечаешь, как проходит быстро время. Тут, мне кажется, все будут с этим согласны. Я тюлень. Мне нужно лежбище. Я как на этой гифке буду кричать: «Все нормально!» и бить себя по пузу. Это не про мужика-то, который на рыбалку Да, поплыл? да, да, О да. май гад. Так и буду делать, собственно говоря. О, у тех пауза у нас как раз, поэтому все хорошо. Все хорошо. Ну да, все хорошо. Кстати, а кто на стих паузу-то взял? Подожди, у нас команда РТБ, да, берет? Да. Да, РТБ команда. Берет тех паузу, но она им нужна на самом деле. Пусть ребята подготовятся, обсудят некоторые свои моменты. Квас тоже очень вкусно. Ну, вообще, картошечка, да, на костре, вот сосисечки, это тоже кайф, конечно, да. Все, пошли разговоры о еде. О еде, да, И о еде. нет, не о простой еде, а изысканной еде, как раз-таки на кострах, когда картошку в углях делали, хлеб жарили, да? Да, я помню, с парнями на даче просто кидал картошку в угли, и потом в золе, там без, ну, без фольги, без всего, я не знал, что такое фольга вообще, в принципе, в 16 лет, в 15, откуда же я могу знать, и прямо туда в угли кидали ее, и потом ели, то что вообще отлично было. Сырые сосиски недоготовленные. Ну, они вообще и в холодном виде съедобны, но Ты холодные знаешь сосиски такое. такую поговорку? Горячее сырым не бывает. Да. Так Что я с знаю, битвой по-моему, ютуберов? Это Дарина, можешь сказать вам. что там? Ну, по-моему, мы уже... Вообще все ютуберы, наверное, уже выложили эти новости по поводу битвы ютуберов. Ну, а также у нас есть на официальном сайте игры также новости о битве ютуберов. И, кстати, вот как раз-таки ты сказал про битву ютуберов. Вот ты раздразнил, я, наверное, вместо битвы ютуберов пойду, поеду на шашлыки. О, это хороший план. Нет, я поеду после. После битвы ютуберов сначала я поиграю немножечко, пойму, что меня опередил Immortal Hero 2, потому что я ставлю ставки именно на него, что он выиграет как раз-таки эту битву. Хотя есть у меня еще один вариант. Возможно, там может выиграть еще один ютубер. Не стану его называть, пусть это для вас будет секретом. Но вот, ну, Мишаня, да, скорее всего, он победит. Так, а что, у нас техпауза прошла, да? Нет, еще. У меня чат немножко ушел, и я не могу проконтролировать время. А, нет, все, техпауза прошла, и у нас команда перезагружается. То есть, как раз-таки, перезаход делают. А вот ты планируешь много играть на битву ютуберов? Потому что Ванька говорил, что он там... Я знаю, что он будет мало Да. играть, но, может быть, у него планы изменятся. Я не скажу, учитывая, что это вся, даже не знаю, как назвать, хотела другим словом назвать, но понимаю, что он не... это слово не для Твича, даже заикаться начала. В общем, пока это все будет идти, учитывая, что это начнется в 8 вечера, не знаю, насколько мне хватит, честно скажу. Понял. Ну, хорошо. Пусть останется загадкой. А узнаете, сколько Дарина будет стримить, вы только у нее на YouTube-канале. Вот. Так, ну что, команды у нас ждут первого падения овердрайва. Уже собрались на центре. Кстати, по заменам у нас в команде Лаванда все осталось по-прежнему. В12 у нас также остается. По поводу РТБ тоже все одинаково. Шевчук, пиковая дама, Санс, танки, агрессия и Аблейз. Для тех, кто только-только присоединился к трансляции, маленькая такая информация. У нас первый, второй раунд был Red Alert, и там выиграла команда как раз-таки Лаванда. Ну и также маленькая информация о том, что вы можете вступить к нам в команду в StreamTO. Ссылочка частенько появляется у нас в чате, как подать заявочку, точнее анкету заполняйте. И добро пожаловать к нам в команду. Как раз-таки требуются операторы и комментаторы. Ну а мы продолжаем. И овердрайв еще не падает. Мне кажется, он выпадет прямо под самый конец.
Ну, либо после делитов, да? Было бы неплохо. Ну, возможно, это последний раунд, поэтому нам осталось посмотреть 12, 10 минут уже. 10. И далее будет уже следующая трансляция. Это Dominance против Flash. Я надеюсь, там будет интереснее. Кланы все-таки поровнее. Никто оверку не забрал. И сейчас посмотрим, кто окажется проворнее с респа. Ну, точнее, кому повезло больше, это пиковая дама. Нет, Шевчуку оставляю. Шевчук на рейсе. А, Блейз взял Хантера. Жигу. Вот так вот. Кстати, твой любимый Крусейдер — это зайчик-бедняжку, также поменял сетап. Танк остается таким же, а вот тут уже у нас идет страйкер. И на данный момент он делает уже первую атаку, буквально там 30 секунд проходит с начала раунда и пытается сейчас увести, но, видимо, нет, зачем он туда поехал, там же Санс в танке. Сейчас будет делать сводку по нему, но тут уже Сластенок аккуратно его встречает. Двое на перехвате, сосуля хорошая. Не уйди в аут, пожалуйста. Нет, удержался, нормально, это довоз. Слушай, какой-то он очень сложную, как по мне, траекторию выбрал. Но, однако, благодаря как раз-таки Сластенку, да, прикрытие своего тиммейта, доставочка, и снова у нас Лаванда выходит вперед. Кот в шлеме уже решил так не рисковать, пойдет по центру, его снимают, Ева пытается пойти подхватить флаг через ковры, наполовину хп подбирает аптечку. В12 решила раздавить немножко Еву, но не получилось. И на нулях Ева пытается уже из последних сил добираться до своего флага. Это вторая доставка, легкая, супер легкая. Там Санс в танке еще залагал, как я понимаю, поэтому РТБ осталось 4 на карте, к большому сожалению. Ну, будем потихоньку досматривать этот матч. Что уж тут поделать? Лаванда, да, сильнее. Вообще, Лаванда должна закончить на 4-2. По их уровню игры так это 100%. Просто вот так оказалось, что... Ну, кстати, мы вот почти все команды на Шоу Майора отгадали, которые попадут в топ-6, только вот Блайндерс мы не отгадали. Мы там все ставили диванов, а вот Блайндерс их заменили. Ну, кстати, по праву абсолютно точно, поэтому там у диванов еще проблемы огромные по ходу турнира случились, к большому сожалению. Ну, а я видел, Блайндерс, кстати, очень много трансферов будет. Ну, как очень много? 3-2 точно. Очень любопытные они могут быть. Вот. Но если Хулимена возьмут, то вообще будет интересно. Опа, Шевчук сразу шарик. Вот не Блейз появляется, кидаю. Вот это правильно. Ну, кстати, почему бы и нет? Но Пиковая смотри, дама тут ТС РТБ взяла. должны очень сильно поднапрячься, потому что Лаванда их просто давит, крушит, непонятно как, и это очень жестко. То есть там вот на данный момент сейчас смотри, агрессия. Остался один в живых, и Блейз у нас на центре. И даже если посмотреть на этап, у нас пиковая дама идет 1 на 10. Причем по опыту, который данный игрок набил, 21 опыт. То есть 21 просто. И Санс в танке также на 21 идет. Но там уже немножко другая ситуация. Он накидывает хотя бы урон. 1 на 3 идет и живет подольше. А Так пиковая дама у Санса нас в на чем танке играет? нету на карте. А, да ты что? Я же А, говорил, это... 4. Вон Он оно что. вылетел еще на... Когда Лаванда второй флаг увозили. Все, все, Он... все. Теперь у меня тап обновился, да. Но на этот раз... Ура! Да, что-то как-то поздно у меня тап обновился. Да нет, я И... просто... Когда флаг второй увозили, он это... Он медленно, но уверенно в зону аута сполз. А, ну Поэтому вот, я... тут ребята пишут, у него неполадки, и, к сожалению, замены у них нету. Ничего не Поэтому поделать. придется им доигрывать вчетвером. Но учитывая, Да. что Лаванда опять их придавливает и душит, тут уже как бы нет смысла. Даже если им каким-то чудом удастся привести один флаг, он не зарешает. Да. Ну, тут уже матч закончен, по большому счету. А мне вот интересно, почему у меня не идет время просмотра в мой ультраконтейнер. А, идет. Мне Не осталось. знаю, я У уже меня все уже забрала. 86%, а я нет. Ну и ладно, буду тогда на трансляции сидеть, в чатик смотреть. Вот. Ну а пока, если что, в чатике могут задать нам вопросы, пока мы еще тут. Перед майскими праздниками, может, какие-то вопросы есть? По киберспорту или по ютуберам? Там вы знаете расписание Долины, ее стримы? Не знаю.
У меня сейчас не так часто, на самом деле, выходят стримы. Не так часто, как хотелось бы. Ага, нарушение сетапа. И досрочно нам завершают этот матч. Я, к слову, наверное, благодарен за это. У тебя, Почаще бы видимо, так. тебе не судьба забрать ультраконтейнер, если он тебе вообще этот контейнер нужен. Да, не надо, ладно уж. Холимен, насколько я знаю, нет. Холимен, насколько я знаю, в Diamonds не пойдет, и в Роднотис его вроде как тоже не будет. Но он активно тренирует. Очень интересно, в каком стаке он окажется по итогу. Вот. Ну, а тогда мы будем прощаться, что уж тут сидеть. У Да, нас еще... учитывая, что команды у нас уже все. Ну, как бы техническое поражение, у нас Лаванда выходит вперед. Так что нету в этом смысла. Прощаемся, Вань? Начинай. Заводи. Да, ну, будем прощаться. Приходите на 21.00. Еще будет трансляция, которую вы сможете посмотреть, как я уже говорил. Ну и всем удачных майских праздников, хорошо отдохнуть. Не знаю, я выйду еще в эфир к тому времени или нет, чтобы еще вам этого сказать. Поэтому как-то так. Ну и Дарина вам что-нибудь тоже скажет. Ну, что я могу сказать? Ты уже все сказал про майские праздники, про шашлыки. Просто у всех аппетит открыл, поэтому сейчас все дружненько пойдут и сделают ночной жор, как обычно это бывает. Ну что ж, и да, напомню, что особо сильно не расходимся на 21.00. У нас будет еще один матч. Ну и все, мы с вами прощаемся. Всем пока-пока.